Глава 27. Окончательное избавление. Окончательное избавление, которого мы с нетерпением ждем не одну тысячу лет, возвращение в Эрцисраэль из великого долгого изгнания не будет похоже на освобождение из Вавилона. Вавилонское изгнание длилось 70 лет. Цитата. Так говорит Господь, когда семьдесят лет пройдут для Вавилона, я вспомню вас и исполню мое доброе слово к вам, вернув вас в свое место. Ирмияу 29.10. Цитата. Тех, кто избежал меча, он увел в Вавилон чтобы исполнить слово Господа, сказанное устами Ирмиягу, пока земля не отплатит свои субботы, ибо все время, что она лежала в запустении, она исполняла субботу до исполнения семидесяти лет. Вторая летопись 36, 20, 21. Таково было решение Бога. 70 лет ни больше, ни меньше. Нынешнее изгнание иного характера, потому что Бог никогда не устанавливал для него определенный период времени. Если бы Израиль принес полное раскаяние, Машиах пришел бы сразу же в ту же ночь, принеся с собой полное избавление. Вот что говорят мудрецы. Санедрин 98 Алев. Раби Йошуа бен Леви встретил Ильягу, стоящего у входа в погребальную пещеру Раби Шимона бар Йохая. Он спросил Ильягу, когда приходит Машиах. И Ильягу ответил, спроси его. Тогда Раби Йошуа спросил Ильягу, «А где он?» И Элиягу ответил, «У входа в город Рим». Он пошел к нему и спросил его, «Когда приходит твое величие?» И Машиах ответил, «Сегодня». Раби Йошобин Леви вернулся к Илиягу и сказал ему, Машиах солгал мне, ибо он сказал, «Я иду сегодня, но не пришел». Илиягу ответил, «Вот что он имел в виду. Сегодня, если вы услышите его голос». Тейлим 95.7. Конец цитаты. Здесь мудрецы преподают нам важный урок – в нынешнем изгнании, начавшемся около двух тысяч лет назад, Машиах уже готов к приходу или ждет, когда мы услышим голос Бога и последуем его путями. Вот почему Раби Акива считал Баркох Бумашиахом, хотя после разрушения второго храма прошло лишь 60 лет. Как говорил Раби Шимон Бар-Юхай, мой учитель Раби Акива объяснял, звезда Кохав выйдет от Якова. Иерусалимский Талмуд, Каанит 4.5. Его настоящее имя было Баркузива, поскольку он был родом из города Кизив на юге Эрц-Исраэль. Так в Гетин 57 он называется Бардрома, южанин. Раби Акива, который считал его Машиахом, применил этот стих в переносном значении. Кузва выйдет от Якова. От этого стиха Баркохба и получил свое прозвище. В иерусалимском Талмуде сказано, когда раби Акива видел Баркузву, он говорил, это царь Машиах. В нынешнем изгнании Бог не установил конкретную дату избавления. Она полностью зависит от наших дел и нашей веры. Смотри главы 15-16. Когда Раби Акива увидел, какие могущественные дела совершает Баркохба и его люди, он решил, что Бог сделал его Машиахом чтобы освободить Израиль. Мудрецы рассказывают, Эйхараба 2.4, что делал Баркузива. Он останавливал камни из катапульт коленом и отправлял их обратно, убивая много людей. Из-за этого Раби Акива говорил, что он Машиах. В Гетин 57 Алиф о а Баркузиве. Тоже говорится, как о южанине, который прыгает на милю и убивает. Конец цитаты. Баркохба действительно мог стать Машиахом и освободить Израиль, однако он отличался высокомерием. Цитата. Когда он шел в бой, он говорил, «Владыка Вселенной, не помогай нам и не мешай нам!» Разве ты, о Боже, не отверг нас? Ты не выходишь с нашими войсками? Ты ли им 60-12? Иерусалимский Талмуд там же. Гитин там же, цитата. Уста южанина уловили его, и он сказал, «Разве ты, о Боже, не отверг нас?» Конец цитаты. Гордыня лишила его венца Машиаха, и на тот момент Израиль потерял возможность освобождения. Из-за своего гнева бар -Кохба совершил еще один грех. Праведный раби Элазар Хамудай сидел во власенице, постясь и молясь, чтобы римляне не завладели битаром. Баркох решил, что он хочет передать город римлянам, и убил его. В Мидраше говорится, Эй, Хараба, 2 четыре!» Раздался небесный голос и сказал Горе бесполезному пастуху, оставившему стадо. Меч придет на его руку и на его правый глаз. Захария 11.17. Он сказал ему, «Ты убил правую руку Израиля и ослепил их правый глаз, поэтому твоя правая рука высохнет, и твой правый глаз непременно ослепнет. Из-за греха Битар немедленно захватили, Барказиву убили, а его голову принесли Адриану, который сказал, ⁇ Если бы его Бог не убил его, кто смог бы превозмочь его ⁇ Конец цитаты. Только из-за грехов Баркох бы его стали называть Баркузивой, что указывает на ⁇ Ахзава разочарование ⁇ Какое-то время раби Акива верил, что он машиах. Поскольку, как тогда, так и сегодня, Машиах может прийти в любой момент. Сегодня, если мы послушаем Божьего голоса. В 12 главе я уже цитировал комментарии мудрецов на Ишаягу 62.6.7 «Я поставил стражей на твоих стенах, о Иерусалим!» Они никогда не будут знать мира ни днем, ни ночью. Вы, напоминающие о Господе, не стойте в покое, не давайте Ему покоя, пока Он не утвердит и не сделает Иерусалим славой земли. Конец цитаты. Вот что говорят мудрецы. Миноход 87 Алев. Что говорят эти стражи? Рава Бар Рабишила сказал: Восстань и прояви сострадание к Сиону. Ты лим 102.14. Рабин нахман Бар Ицхак сказал: Господь созидает Иерусалим. Ты лим 147.2. Махараша комментирует, Денно и ночно они повторяют эти стихи, как сказано, Сегодня, если вы послушаете моего голоса, Тылим 95.7, Ибо каждый день назначенное время для избавления. Точно так же стих: Господь созидает Иерусалим, стоит в настоящем времени. Ибо каждый момент — время для избавления. В Санэдрин 98 АЛЕВ читаем Раби Йошуа бен Леви предложил парадокс. Сказано «в свое время» и «я ускорю это». В Ишиягу 60.22 говорится я, Господь, ускорю это в свое время. И это странно, ибо как может быть конкретное время для избавления? Что подразумевается в словах «в свое время» и при этом Бог ускорит это? Талмуд объясняет, если они заслужат, Бог ускорит это. В обратном случае – это будет в свое время. Конец цитаты. Иначе говоря, если Израиль заслужит освобождение, творя заповеди и добрые дела, достойные избавления, то оно придет ускоренно, то есть быстро, сегодня, если вы послушаете моего голоса. В противном случае избавление придет лишь в свое время, то есть в самый последний срок из всех возможных, около конца шестого тысячелетия, как видно из Авадазара 9 Алев. Цитата. Ученики школы Элиягу узнал, мир длится шесть тысяч лет, две тысячи хаос, две тысячи Тора и две тысячи дни Машиаха. Из-за множества наших грехов они стали теми, чем стали. Сенедрин 98 Алев продолжает. Раби Александри сказал, раби Йошуа Бен-Леви предложил парадокс, сказано, вот идет на облаках неба некто, похожий на сына человека. Даниил 7:13 и Смиренный едущий на осле Захария 9:9 Если они заслужат, он придет с облаками неба. В обратном случае он будет смиренным едущим на осле. Конец цитаты. Это фундаментальный принцип, описывающий будущее еврейского народа. Избавление может прийти одним из двух способов. Если мы заслужим раскаянием, достойными делами, упованием на Бога, отсутствием страха перед ним время, оно придет ускоренно, быстро, немедленно. Сегодня, если мы послушаем Его голоса, причем избавление будет не просто быстрым, но еще и славным и величественным, без родовых мук эры Машиаха, о которых писали Уда и Рабба, Санедрин 98 бет. Цитата. «Пусть оно придет так, чтобы я его не увидел». Конец цитаты. Однако, если мы окажемся недостойны, тогда Машиах и избавление придут позже, в свое время, и с ужасными мессианскими родовыми муками. Почему? Потому что Израиль не заслужил избавления, и оно придет только для освящения Божьего имени, поруганного народами. Чуть позже мы остановимся на этом подробнее. Этот принцип согласуется с комментарием Раби Яшуа из Санедрин 97 Бет. Цитата. Раби Илезер говорит, если Израиль раскается, они будут избавлены. В противном случае не будут. Раби Яшуа сказал ему, если они не раскаются, разве они не будут избавлены? Скорее Бог поставит царя, чьи законы будут жестоки, как законы Амана, и Израиль раскается и вернется на истинный путь. Конец цитаты. Другими словами, избавление придет все равно, даже если израильтяне его не заслуживают. Однако в этом случае оно будет сопровождаться великими бедами и родовыми муками. Против Израиля восстанут могущественные цари. Он начнет раскаиваться, но покаяние не достигнет необходимой полноты. В конечном итоге Раби Йошуа приводит в качестве доказательства стих Ешаягу 52.3. Ты был продан ни за что и будешь избавлен бесплатно. Конец цитаты. Он говорит, ты был продан ни за что, за идолопоклонство, и будешь избавлен бесплатно не раскаянием и добрыми делами. Шмуэль добавил к этому, довольно скорбящему ждать в своей скорби, Араши прокомментировал. Достаточно для Бога, который ждет много дней, сдерживать свою силу. Если они не раскаются, он не будет ждать в скорби вечно. Конечно, она закончится. Другое объяснение. Довольно скорбящему, когда Израиль постигнет достаточно боли изгнания, они будут избавлены даже без раскаяния. Конец цитаты. Далее в Талмуде приводится полемика между раби Лезером и раби Яшуа. Когда раби Яшуа приводит в качестве доказательства этот стих, Талмуд сообщает ⁇ Раби Елезер молчал ⁇ Это говорит о том, что раби Яшуа прав. Избавление начнется, несмотря на покаяние Израиля в свое время, однако с чудовищными потрясениями. Под гнетом бедствий израильтяне начнут каяться, и тогда избавление достигнет своей кульминации. Эти два вида покаяния упоминаются еще в пророках. С одной стороны, избавление может быть величественным и славным. Ишаяу 43, 5, 6. Цитата. «Не бойся, ибо я с тобой. Я приведу твое семя с востока и соберу тебя с запада. Я скажу северу, отдай, и югу не удерживай. Приведи моих сыновей издалека и моих дочерей с конца земли». В другом месте у Ишаягу 49, 8, 10, 12, 13 говорится, так говорит Господь, в приемлемое время я отвечаю тебе, в день спасения я помогаю тебе, я сохраню тебя и сделаю тебя народом с заветом, чтобы восстановить землю чтобы наследовать опустевшее наследство, говоря заключенным, выйдите, а тем, кто в темноте, покажите себя. Они не будут ни голодать, ни жаждать, их не будет мучить ни жара, ни солнце, ибо тот, кто испытывает сострадание к ним, поведет их к потокам воды. Он поведет их. Вот они придут издалека, и вот эти с севера и запада, а эти из земли синим. Пойте о небеса, радуйся о земля, разразите с песней о горы, ибо Господь утешил свой народ. В Ермиягу 31.67 сказано «Ибо так говорит Господь, пой с радостью за Якова, восклицай перед главой народов, возвещай, славь, говори, о Господи, спаси свой народ, остаток Израиля». Вот я приведу их из северной страны и соберу их с дальних частей земли и с ними слепых и хромых, женщин с детьми и рожениц. Великое сборище вернется сюда. Конец цитаты. Многие стихи предсказывают славное, величественное, радостное избавление Однако есть и стихи совсем другие. Ехескель 20, 33, 34. Цитата. «Жив я, — говорит Господь Бог, — непременно с могучей дланью, простертой рукой и излитым гневом я буду царем над вами, я удалю вас из народов и соберу вас из стран, где вы рассеяны могучей дланью, простертой рукой и излитым гневом. Уцфания 1, 14, 15 сказано. Великий день Господа близок, он близок и очень спешит. Даже голос дня Господа, в который сильный человек горько плачет. Этот день – день гнева, бедствия и несчастья, опустошения и разрушения, тьмы и мрака, день туч и густой тьмы. У Захария 14.1.2 сказано «Вот день идет Господа, когда ваша добыча будет разделена среди вас. Ибо я соберу все народы против Иерусалима на битву, и город будет взят, дома ограблены, и женщины изнасилованы». Конец цитаты. В Санедрин 98 алев мудрецы учат. Раби Йоханан сказал, «Если ты видишь поколение, «Наводненное бедствиями, словно река, жди Машиаха. Конец цитаты. Также и в 97 Алев. Цитата. Раби Йоханан сказал, в поколении, в котором прибудет сын Давида, ученых Торы станет меньше, а оставшиеся будут претерпевать скорбь и отчаяние. Жестокие постановления будут такими частыми, что пока одно в силе, следующее уже спешит. Мы узнали, Раби Иуда сказал, в поколении, в котором прибудет сын Давида, место встречи ученых станет борделем. Галилея будет уничтожена. Гавлан опустеет, а жители границы будут ходить из города в город, встречая неодобрение. Мудрость книжников будут оплакивать, боящиеся греха будут в презрении. Лицо поколения будет подобно лицу собаки, и истина исчезнет. Мы узнали, раби Нихораи сказал, в поколении, в котором прибудет сын Давида, молодежь будет позорить своих пожилых, пожилые восстанут на молодых, дочери нападут на своих матерей и свекровей, лицо поколения будет словно лицо собаки, и сын не будет иметь стыда перед своим отцом. Мы узнали, Раби Нехемия сказал, «В поколении, в котором прибудет сын Давида, наглость увеличится, самыми уважаемыми станут шарлатаны, виноградники дадут плод, но вино будет дорогим, все правительство обратится в дересь, и не будет порицания». С этим согласен Раби Ицхак, который сказал, Сын Давида не придет, пока все правительство не обратится в дересь. Не придет он и до тех пор, пока не умножатся доносчики. Другой урок. Пока ученики не уменьшатся. Еще один урок. Пока не опустеют кошельки. Другой урок пока люди не отчаются ждать избавления, как сказано, без защиты и помощи. Дворин 32-36. Так сказать, Израилю не будет ни помощи, ни поддержки. Конец цитаты. Последний абзац этой цитаты помогает понять комментарий Раби Яшуа на Санедрин 97 Бет, согласно которому Бог поставит более жестокого царя, чем Аман, что приведет к раскаянию Израиля. Речь идет о том, что Израиль увидит, что он зря отказался от Бога и положился на народы, которые не только не спасают, но убивают. Тогда у израильтян просто не останется выбора, кроме как раскаяться и обратиться к Богу. Для меня очевидно, что это не что иное, как война Гога и Магога. Народы восстают против Израиля в Эр-Эц-Исраэль, о чем говорит Ехескель, главы 38-39. Подробнее об этом мы поговорим позже. Как бы то ни было, Перед нами два противоречащих друг другу пророчества об избавлении. Однако, если принять во внимание все сказанное, противоречия здесь нет. Это просто два вероятных варианта событий. Произойти может любой из них, но не оба вместе. А какой из них действительно произойдет, зависит уже от еврейского народа если они окажутся достойными, то заслужат ускоренное в кавычках избавление в славе и величии, без мессианских родовых мук. Если же нет, будет задействован другой вариант – избавление через неимоверные страдания, которые постигнут нас за грехи и упорство. Только слепые не понимают, что мы находимся в самом эпицентре Иквета де Мешиха, шагов Машиаха, начала избавления. В Санедрин 98 Алев сказано, Раби Абба сказал, нет конца дней более открытого, чем в Ехескеле 36.8. Но вы, о горы Израиля, прострете свои ветви и дадите плод моему народу Израилю, ибо это близко. Раши комментирует, когда Эрец Исраэль дает урожай в изобилии, тогда конец близок и нет более ясного признака конца дней. Мудрецы также говорят, Мегила 17 бет. Почему мудрецы Великого Собрания учредили благословение собирания изгнанников, которое должно произноситься после благословения Доброго Года в шмоне Эсре? Сказано, «Но вы, о горы Израиля, прострете свои ветви, ибо это близко». Конец цитаты. Как только изгнанники будут собраны, нечестивые будут наказаны, так что все грешники, включая нечестивых евреев, прекратят существование, тогда спины праведных распрямятся. И где их спины распрямятся? В Иерусалиме. Как только Иерусалим будет перестроен, придет Давид. Конец цитаты. Мудрецы Великого собрания под пророческим вдохновением учредили порядок благословений в Шмоне-Эсре согласно порядку событий избавления. Они объявили, что перед тем, как Машиах принесет полное избавление, оживут израильские горы, чем исполнится благословение земли. Затем начнется собирание изгнанников, и только после этого будут истреблены все грешники, как евреи, так и неевреи. Так осуществится триумфальная победа Израиля и придет Машиах, сын Давида. Однако, несмотря на то, что мы собственными глазами видим начало избавления, Израиль продолжает жить в изгнании, игнорируя все более очевидные пророческие признаки. Хотя это ясно как день, цитата, ⁇ Кто так слеп, как мой служитель? ⁇ Ешаяху 42.19. Люди утратили способность понимать, потому что поколение жизни в изгнании притупили их чувства и разум. Разве не очевидно, что расцветание еврейской земли, суверенитет, собирание изгнания во всем этом исполняется Божье обещание. Тогда Господь твой Бог, вернет твой остаток и сжалится над тобой, Он снова соберет тебя из всех народов, где Он рассеял тебя. Дворим 33. Разве имеют исторические прецеденты те невероятные, чудесные победы, которые мы одержали за четыре и за шесть дней над врагом, по численности превосходящим песок на берегу моря? Как можно забыть о чудесном избавлении из бездны катастрофы, из рук яростного противника, приведшая к освобождению наших святых земель, которые мы уже давно не мечтали возвратить. Все это явные чудеса, которые мы видели собственными глазами, но мы не только проигнорировали их, но откровенно глумимся над ними. Как получилось, что мы не смогли возрадоваться и возвеселиться, не смогли воздать слова благодарности нашему Творцу, Может ли конец дней быть еще очевиднее? Мы поражены слепотой и не верим собственным глазам. Наши чувства притуплены болезнью изгнания, Лишившей нас духа, согласно словам. Ты слышишь, но не понимаешь. Ты видишь, но не воспринимаешь. Ишаягу 6.9 Да смилостивится над нами Бог! Неужели тот факт, что миллионы евреев собраны в Эрцисраэль, не более чем насмешка Бога над нами? Неужели создание независимого суверенного государства, которого не было со времен Хасманеев, и которая даже тогда не достигала нынешних масштабов, это что-то такое, на что можно не обращать внимания? Может ли сегодняшнее государство сравниться с тем, что пытался создать лжепророк Шабатай Цви, да будет стерто его имя, причем ему не удалось привести в Эрец Израиль даже крохотную группу евреев? Не говоря уже о создании суверенного дома. Конечно же нет. Если кто-то еще не понимает, что мы стали свидетелями великих божьих чудес, если он все еще называет их лагерем сатаны или делом дьявола, то его смерть лучше его рождения, ибо он отрицает божьи чудеса. Если, как говорят наши мудрецы, человек не ранит палец без соизволения неба, Кулин 7 Бет, то как мы осмеливаемся называть создание государства и собирание миллионов делом дьявола? Да поможет нам небо! Многие хорошие люди задают вопрос, как может быть, что в создании еврейского государства участвовал Бог, но при этом его основатели были еретиками. Да, большинство из них были нечестивыми предателями, восставшими против Бога и Торы, и они будут вечно платить за свои грехи, особенно за убийство десятков тысяч невинных евреев. Эти евреи одержали победу над народами, только лишь чтобы сгинуть от рук соотечественников-предателей. Горе поборникам беспричинной любви, в кавычках, стремящихся покрыть свои злодеяния. Однако даже при этом грехи этих людей не имеют отношения к созданию государства, поскольку оно было основано в согласии с описанными выше принципами Кедуш Ашем, что Бог венчается царем царей только тогда, когда мир видит его мощь и силу, что народы оценивают силу Бога только по силе или слабости его народа Израиля, что вне зависимости от заслуг и добродетелей Израиля Бог все равно спасает его, чтобы осветить свое имя. Тора и Талмуд предельно ясно описывают эти принципы. Какой позор, что наш народ отверг Писание, отринул единственный философский и пророческий источник, объясняющий появление еврейского государства в наши дни. Да, Израиль не только не заслужил это чудо, но последние поколения были много хуже своих предшественников. Однако именно эти поколения удостоились увидеть начало избавления. Любой, кто внимательно исследует пророков, увидит, почему Бог решил освободить Израиль, несмотря на отсутствие у него заслуг, и почему был неправ Раби Элеезер, говоривший, «Если они не раскаются, они не будут избавлены». Если мы осознаем величие того, что происходит на наших глазах, мы тут же освободимся от заблуждений. В одном из самых глубоких и впечатляющих видений Танаха пророк Ихескель описывает для своих современников и всех будущих поколений тот день, в который закончится изгнание, и еврей вернется домой. Ехескель 36, 19, 24. Я рассеял их среди народов, и они были развеяны по странам. По их путям и делам я осудил их. И когда они пришли к народам, куда они пришли, они осквернили мое святое имя, поскольку те люди сказали о них. Это люди Господа, и они ушли из Его земли. Но я сжалился над своим святым именем, которое дом Израиля осквернил среди народов, куда они пришли. Поэтому скажи дому Израиля, так говорит Господь Бог, ⁇ Я делаю это не ради Тебя, о Дом Израиля, но ради Моего святого имени, которое Вы осквернили среди народов, куда Вы пришли. ⁇ И я освящу Мое великое имя, которое осквернено среди народов, которое Вы осквернили среди них. И народы узнают, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я освещусь через вас в их глазах, Ибо я выведу вас из народов, И соберу вас из всех стран, И приведу вас в свою собственную землю. Конец цитаты. Вот она, квинтэссенция нашей эпохи. Вот законы избавления в свое время, в кавычках, объясняющие появление государства Израиль и его неуязвимость, даже несмотря на всю греховность и ересь его основателей. Еврейское государство возникло только, чтобы смыть позор Хилул Гашем. Цитата. «Когда они пришли к народам, они осквернили мое святое имя». Конец цитаты. Сам факт изгнания Израиля, его существование в виде беззащитного, униженного и угнетенного меньшинства, лишение его родины, армии и гордости – все это является Хилул Ашем, осквернением имени Всевышнего. Само изгнание есть Хилул Хашем, как записал Раши по поводу стиха Ехескель 39.7. «Свое святое имя я прославлю среди моего народа Израиля. Я больше не позволю своему святому имени оскверняться, и народы узнают, что я Господь святой в Израиле, Комментарий Ехескеля. Унижение Израиля есть Хилул Гашем. Народы говорят о них. Это народ Господа. Ехескель 36.20. Однако он не может спасти их. Конец цитаты. И это более чем логично. Народы говорят о них. Это народ Господа. И они вышли из его земли там же. Народы видят, как евреев преследуют, унижают, грабят, убивают. И они говорят, если это действительно народ Бога, и мы способны причинять им все это, тогда либо у Бога нет силы, либо Он вообще не существует. Именно об этом воскликнул царь Давид. Почему народы должны спрашивать, где их Бог? Тылим 115.2 Когда нееврей безбоязненно попирает и унижает еврея, для него не существует Бога Израиля. По его мнению, Бог не должен это допускать. И вот не еврей глумится и насмехается над Богом Израиля. Для него Бог ⁇ вакуум, пустое место. Это величайший Хилул Хашем. Вспомним, что этот термин происходит от корня халал, пустота, что подразумевает отсутствие Бога Израиля, упаси небо. Война с народами, не знающими Бога, началась еще на заре израильского народа, когда фараон произнес «Кто такой Бог? Я не признаю его!» Шмот 5.2 Цитата «Когда я освящусь через вас в их глазах» Ехескель 36.23 да, Божье имя как освящается, так и хулится через еврея. Когда еврей триумфально восходит на вершины, это делает вместе с ним и Бог. Когда еврея попирают и унижают, вместе с ним оскверняется имя Бога, неспособного в кавычках спасти свой народ. Как я уже объяснял, именно это побудило молодого пастуха Давида выступить против закаленного в боях ветерана Голиафа. Сорок дней и сорок ночей этот гигант насмехался над Израилем. Цитата. «Сегодня я смеюсь над войсками Израиля». 1 Шмуэля 17.10 Мудрецы говорят, Сота 42 бет. Его называли Голиаф, потому что он стоял с Гилуи по ним, буквально обнаженное лицо. Комментарий Раши. Дерзость перед Богом. Давид понимал это и содрогался всякий раз, когда Голиаф разражался насмешками и хилул Хашем, а евреям было нечего ответить. Вот почему Давид воскликнул, кто этот необрезанный филистимлянин, что он издевается над войсками живого Бога? Там же стих 26. Если Голиаф считал, что он смеется над войсками Израиля, то Давид перефразировал его слова, потому что понимал, унижение Израиля есть Хилул Хашем. Когда человек хулит Израиль, он автоматически хулит Божье имя. И вот Давид выходит к Голиафу и говорит, «Я выхожу к тебе во имя Господа воинств, Бога войск Израиля, которого ты поносишь, и я сниму с тебя голову, чтобы вся земля узнала, что есть Бог в Израиле. 1. Шмуэля 17 45, 46 Я уже отмечал, что аналогичное повеление получил от Бога Моше. Отомсти за детей Израиля мадионитянам Бемидбар 31.2 и Моше назвал это местью Господа. Там же стих 3. Почему? Потому что месть Израиля – это месть того, чье слово создало Вселенную. Сифри Матод 157. В Елкут Шимани говорится, Ехескель, 36.374 «Они пришли к народам». Ехевский 36.20 Комментарий. «Они пришли» переводится как «воево». Буквально «он пришел». Почему используется единственное число? Мы находим, что когда Израиль был изгнан к народам, Бог, так сказать, ходил от двери к двери, чтобы послушать, что говорят народы. И что они говорили? Божество этого народа наказало фараона, Сисру, Сеннахерима и так далее. Тогда они скажут: видимо, он состарился. И если это народ Господа, почему тогда они ушли из его земли? Там же. Конец цитаты. Проклятое изгнание, унизившее Израиль, само по себе является Хилул Хашем. Слабость и униженность евреев только укрепляет народы в их ложных верованиях. У христиан никогда не было лучшего аргумента против Израиля, чем его изгнание и утрата суверенитета. Они ошибочно считают это божьей карой Израилю за отвержение христианства и его основателя Яшуа. Ишмаэльтяне тоже всегда считали изгнание Израиля наказанием за отказ принять их ложную религию ислам. Эти народы не только насмехаются над Израилем и хулят Бога, но они еще и проливают кровь евреев, в своей злобе считая это волей неба. Именно так произошло в наши дни, когда германская нация, этот современный Амалек, да сгинет имя нечестивых, Мишлей 10.7 превзошла Амана. Если тот лишь планировал убийство, то эти, да сотрется память о них, действительно истребили миллионы мужчин, женщин и детей. Они преследовали единственную цель – уничтожить Божий народ, чтобы от него не осталось и следа. Главной целью для них было не убийство евреев как таковое – но насмешка над Богом, но насмешка над Богом и судьбами Израиля. Цитата. Если мы смогли унизить, задушить, сжечь и заживо похоронить всех этих беззащитных евреев, глумились нацисты, то где же их Бог? Нет большего хилул ашем, чем это. Каждое поражение, каждое падение, каждое унижение еврея от рук нееврея есть Хилул Хашем, потому что Бог становится объектом насмешек. Я уже приводил комментарий из Тасафот, Сука 45 Алев, на стих Ирмиягу 41. И он, закованный в цепи, где слово «он» применяется к Богу. Когда Израиль в узах, то и Бог как бы в узах. Точно так же мудрецы описывают и Машиаха, Песик Тарабати 36, Куми Ори. В ту неделю, когда придет сын Давида, принесут железные прутья и поместят на его шею пока он не согнется. И он воскликнет и восплачет, пока его голос не достигнет неба. Он скажет, «Владыка Вселенной, сколько еще моя сила будет удерживаться? Мой дух, моя душа, мои конечности, разве я не плоть и кровь?» В отношении этого момента Давид сокрушался и говорил, Моя сила иссушена, как черепок. Тылим 22.16 Тогда Бог ответит, Эфраим, праведный Машиах, ты уже выносил это с шести дней творения. Теперь твоя боль, как моя, Ибо с тех пор, как пришел на выхода на ссор и уничтожил мой дом, сжег мое святилище и рассеял моих детей среди народов, я клянусь тебе, я никогда не сидел на своем престоле. И если ты мне не веришь, посмотри на росу, осевшую на моей голове, как сказано. Моя голова наполнена росой, Мои кудри каплями ночи. Широширим 5.2 Машиах ответит, Владыка Вселенной, Теперь я утешен, Достаточно для раба Быть как его господин. Раби Леви сказал, Когда Бог говорит общине Израиля, «Встань, светись, ибо твой свет пришел!» Ишаяу 61. Они ответят, «Владыка Вселенной, встань во главе нас!» Тогда Бог скажет, «Дочь моя, ты говоришь хорошо!» Другой урок. Чему подобна община Израиля в этом мире? Она подобна хромому человеку, который не может приходить и уходить. Народы насмехаются над ним каждый день, говоря, где твой Бог, почему он не спасает тебя? Община Израиля отвечает, у нас есть один день, в который царю предназначено открыться нам, и он укрепит нас и поставит нас на наши две ноги, как сказано. Мой возлюбленный говорил и сказал мне, «Встань, моя любовь, прекрасная моя, и пойдем!» Шира Ширим 2.10 Конец цитаты. В страданиях Машиаха отражены страдания Бога. Ведь народы унижают и проклинают Бога, смеясь над мессианскими ожиданиями Израиля. Чем больше унижен Израиль, тем больше народы смеются над Богом и его Машиахом. Если мы понимаем, насколько ужасен Хилул Гашем, в том числе для судеб мира, предназначенного для святости, нам будет несложно понять, почему Машиах и Бог изображаются страдающими. Мир потерял причину своего бытия. Мы также осознаем, что наш долг самоотверженно стереть Хилул Гашем с лица земли и осветить Божье имя. Вот как пророк Ишаягу описывает ненависть народов к Израилю и величие нашего спасения. 52, 13, 14. Вот мой раб будет процветать, он будет возвышен и высоко превознесен, и многие изумятся, говоря, несомненно его очертания и обличие были слишком испорчены для человека. Конец цитаты. Пророк описывает возвышение Израиля в конце дней, когда он внезапно возвеличится. Народы, унижавшие израильтян, считавшие их какими-то изгоями человеческого рода, будут поражены, увидев, как Бог возвысил свой народ. Ибн Эзра комментирует, там же стих 14. Это известный факт, что многие народы на земле думают, что евреи отличаются физически, и они спрашивают, есть ли у еврея рот, есть ли у него глаза. Это так в землях Ишмаэля и Эдома. Раши комментирует: многие народы, видя унижение Израиля, удивляются этому и говорят друг другу, насколько хуже они выглядят, насколько они уродливее остальных людей. Конец цитаты. Мы видим это собственными глазами. Пророк продолжает цитировать слова народов. Ишаяу 53.1.3 Кто бы поверил этому сообщению, кому открылась сила Господа? У него, Израиля, не было ни очертаний, ни величия, чтобы мы взирали на него, ни красоты, чтобы мы восхищались им. Он был презрен, оставлен людьми, человеком боли, хронически больным, от которого люди прятали свое лицо. Он был презираем, и мы не ценили его. сюда Давид комментирует там же стих 2. Их неспособность увидеть в Израиле величественный облик, чтобы им можно было восхищаться, означает то, что они не нашли в нем ни храбрости, ни мужества. Вот почему они презрели его. Конец цитаты. Может ли быть более ясная картина унижения, с которым Израиль столкнулся в изгнании и которая породила Хилул Хашем. В ответ на этот Хилул Ашем Бог в гневе мстит народам, чтобы осветить свое имя. Махари Кара. Комментирует Ехескель 36.20 Что такое Хилул-Хашем? Народы говорят о них. Это народ Бога, они дороги ему, и если бы он мог помочь им не покидать свою землю, он бы это сделал, но он ослаб. Этот хилул Ашем приходит через Израиль. Конец цитаты. Поэтому сказано, «Я сжалился над своим святым именем, которое дом Израиля осквернил среди народов, куда они пришли». Ехескель 36.21 Когда пришло время избавления, Бог пожалел свой святой народ, поруганный народами, Самим фактом изгнания и порабощения. Даже если народы позволяют Израилю жить среди них в мире, он все равно зависит от их доброй воли и терпимости, что также является Хилул Ашем. Тот факт, что евреи живут в меньшинстве и вынуждены полагаться на доброту народов, уменьшает славу и Израиля, и Бога. Вот почему Торгум переводит стих Дворим 28, 36, 64. Не как там в изгнании вы будете служить другим богам, а там вы будете служить народам, которые служат идолам когда израильтяне подчинены народам, пусть даже это выражается в простом статусе подчиненного меньшинства, не говоря уже о яростном преследовании, они вынуждены превозносить культуру и богов этих народов, что преуменьшает всемогущество Бога. Следовательно, Бог намерен стереть этот хилул Ашем единственным способом, понятным неевреям. Через избавление Израиля и его победу над богохульными народами. Поскольку неевреи трактуют унижение Израиля как слабость и неспособность Бога спасти свой народ, Хилул Хашем, триумф и победа Израиля над врагами убедит их в обратном, Кидуш Хашем. Поскольку по своим поступкам Израиль не заслуживает избавления, Бог руководствуется состраданием к своему имени, попранному народами. Это сострадание имеет приоритет над любыми другими соображениями. Цитата. Поэтому скажи дому Израиля, так говорит Господь Бог. «Я делаю это не ради тебя, о дом Израиля, но ради моего святого имени, которое вы осквернили среди народов, куда вы пришли». Ехескель 36, 22. «Не ради Израиля, не за его заслуги, ведь полного покаяния не было, но ради Божьего святого имени». Ради него Бог по своей доброте избавит Израиль. Цитата. И я освящу свое великое имя, которое осквернено среди народов, которое вы осквернили среди них. Там же стих 23. Махарикара комментирует стих 22 мое имя, которое осквернено через вас, то есть самим фактом слабости и униженности Израиля. Народы узнают, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я освящусь через вас перед их глазами. Там же стих 23. Раша комментирует, что включает в себя это освящение? «Я возьму вас из народов». Далее идет 24 стих. «Я возьму вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в вашу собственную землю». Конец цитаты. Хилул и Кидул Шашем противоположны друг другу, в том числе по своему выражению. Не еврей видит в изгнании и униженном положении Израиля неспособность Бога помочь своему народу и даже упаси небо его несуществование. Это величайший Хилул Гашем. Следовательно, только когда Израиль вернется в Эрц и вернет себе силу над народами, последние поймут что Господь есть Бог и Верховный Царь Царей, и примут Его ярмо. Махари -кара комментирует, «И я освящу свое великое имя» Ехескель 36, 23. Комментарий, «Когда я снова удалю тебя от народов, я освящу свое имя среди народов, чтобы они признали, что у меня доблесть. До сего дня они говорили, что я стал слаб, потому что видели, что Израиль среди них. Однако, когда они увидят, что Израиль покидает их триумфально и против их воли, они скажут, истинно Бог не слаб спасать, и Он не спасал их до сего дня, только из-за их грехов. Если бы он хотел спасти их, он бы действительно это сделал. В результате народы освещают Божье имя. Конец цитаты. Бог целует уста, говорящие правдиво. Мишлей 24, 26. Истинно каждое слово этой цитаты В глазах народов изгнание, кульминация Хилул Хашем, тогда как возвращение Израиля в Эрц и создание в нем суверенного государства триумфально и против их воли будет кульминацией Кедуш Ашем. Это станет доказательством, что в Израиле Действительно есть Бог, что Он верховный владыка и царь царей. Его сила, доблесть и победа открылись через силу, доблесть и победу Израиля. Ишаяу пророчествует 52, 5, 7, 10, 11. Итак, что я здесь сделаю, в этом третьем изгнании Родак. Говорит Господь, видя, что мой народ уведен за ничто. Те, кто правит ими, воют, говорит Господь, и Мое имя хулится весь день. Поэтому мой народ узнает мое имя, и они узнают в тот день, что я тот, кто сказал это. Вот я, как прекрасный на горах ноги посланца доброй вести, возвещающего мир, вестника доброй вести, возвещающего спасения, который говорит Сиону, Твой Бог правит! Господь обнажил свою святую руку в глазах всех народов. И все концы земли увидят спасение нашего Бога. Отбывайте, отбывайте, выходите оттуда, не трогайте ничего нечестивого, выходите из их среды, очистите с вы, носящие сосуды Господа. Конец цитаты. Пророк несет Слово Бога, который сокрушается об Израиле во время избавления. Цитата. Какое мне дело до изгнания, где языческие правители высокомерно хулят мое имя весь день? Поэтому и мой народ, и народы узнают, что я истинно всемогущий Господь Бог когда я возвещу спасение и владычество для Сиона и соберу их в свою землю своей святой рукой перед всеми народами до краев земли. Поэтому отбывайте из скверного изгнания источника Хилул Ашем. Возвращайте сверц Исраэль, чтобы вы могли жить и освещать мое имя. Да, народы признают Господа только тогда, когда Израиль вернется в Эрцисраэль силой и доблестью, отомстив народам и завершив изгнание. Ишаяху так говорит, 59, 16, 19. Он увидел, что нет ни одного человека, и изумился, что нет посредника. Поэтому его собственная рука дала спасение ему, и его праведность поддержала его. Он надел праведность, как кольчугу, шлем спасения на его голове, наряд мести, как одежда, он покрыт рвением, как плащом. По их поступкам он воздаст гнев на его противников, расплата его врагам, и островам он воздаст расплатой. Так что они убоятся имени Господа от запада и его славы от восхода солнца. Конец цитаты. Вот пророчество от избавления в свое время, простое и ясное. Оно придет не за заслуги Израиля, которых у нас нет, но исключительно ради Божьего имени. Мецудат Давид говорит, там же, стих 16. Когда он увидит, что среди них нет ни одного уважаемого человека, за заслуги которого можно их избавить, Божья рука спасет их, приведя избавление без заслуг и без посредника. Конец цитаты. Это спасение станет местью народам, так что народы по всему миру увидят силу и доблесть Бога и убоятся Его. Смотри, Радак, там же. Ишаягу продолжает 63, 4, 5, 8. День гнева в моем сердце, и мой год избавления наступили. Я взглянул, и не было помощника. Я возрел в изумлении, и не было поддерживающего. Поэтому моя собственная рука принесла мне спасение, и мой гнев поддержал меня. Бог сказал, они истинно мой народ, дети, которые не будут поступать ложно, так что Он стал их спасителем. Конец цитаты. Итак, целью избавления в свое время, в кавычках, станет освящение Божьего имени а не благополучие Израиля. В этом стихе сказано «Моя собственная рука принесла мне спасение». Казалось бы, правильнее сказать «им», то есть Израилю, как и в стихе Ешиягу 59.16, где говорится «Его собственная рука принесла спасение ему, но дело в том, что когда Бог устраняет изгнание и совершает киду шашем, Он этим как бы спасает самого себя. Действительно, Ишаяу говорит, Бог был поражен всеми их болезнями. Ишаяу 63.9 Мудрецы объясняют, Танхума, Бешалах 28. Моше построил жертвенник и назвал его Ашему моему чуду. Шмот 17.15. Моше сказал Израилю, это чудо, которое Бог совершил ради вас, в отношении Амалека. Он совершил ради себя самого. Он сделал это ради своего имени, потому что в тот момент Израиль этого не заслуживал. Мы находим, что каждое чудо, совершаемое ради Израиля, совершается также и для Бога. Как сказано, Он назвал его жертвенник. Ашему моему чуду. Когда Израиль страдает, Бог также страдает, как сказано, Бог был поражен всеми их болезнями. Ишаяу 63.9. Подобным образом радость за Израиль является радостью и за Бога, как сказано, Я радуюсь в Твоем спасении. 1 Шмуэля 2.1. Конец цитаты. Мудрецы также говорят, Мигила 29 Алев. Раби Шимон бар Йохай сказал, Посмотрите, как Израиль любим Богом. Куда бы они ни были изгнаны, божественное присутствие шло с ними. Когда они были изгнаны в Египет, божественное присутствие пошло с ними как сказано, «Разве я не был изгнан в дом твоего отца, когда ты был в Египте?» 1 Шмуэля 2.27 Когда они были изгнаны в Вавилон, божественное присутствие пошло с ними, как сказано, «Ради тебя я был послан в Вавилон» Ишаяу 43.14 так же и когда они будут избавлены в будущем, божественное присутствие будет с ними, как сказано, «Господь твой Бог вернется с твоим остатком». Дворим 33. В стихе не говорится «Он вернет твой остаток», но «Он вернется с твоим остатком». Бог вернется с ними из изгнания. Конец цитаты. Раши толкует стих Ехескель 39.7. Унижение Израиля есть Хилул Ашем. Комментарий. И это абсолютная правда. Хотя Израиль и недостоин избавления, Бог избавит его в свое время, чтобы осветить свое имя, поруганное народами через яростное угнетение Израиля. В песне Моше об унижении Израиля от руки народов в последние дни есть такие слова Дворим 32, 34, 39, 43. Но это скрыто у меня на будущее, запечатано в моей сокровищнице. У меня месть и воздаяние, жаждущее, когда их нога оступится, их день катастрофы близок, и их время спешит, Тогда Господь рассмотрит дело своего народа. И утешит своих рабов. Он увидит, что их силы больше нет. И нет ни защитника, ни помощника. Тогда народы спросят, где их Бог, сила, на которую они надеялись? Где Бог, который ел жир их жертв и пил вино их возлияний? Пусть он теперь восстанет и поможет тебе, пусть он будет твоим защитником. Конец цитаты. Но смотри, это я, я единственный, нет других богов кроме меня. Я убиваю и даю жизнь, если я сокрушил, я исцелю но нет защиты от моей силы. Пусть колено его народа поют хвалу, ибо он отомстит за кровь своих рабов. Он отомстит своим врагам и примирит свой народ со своей землей. Конец цитаты. Рожбам комментирует стих, но это скрыто у меня комментарий. Я заметил высокомерные слова народов, и я отомщу им за это. Стих. Жаждущие, когда их нога оступится. Комментарий. Ждущие дня, назначенного для страдания народов. Стих. Их время спешит. Комментарий. Я ускорю это в свое время. Страдание народов означает избавление для Израиля. Стих. Тогда Господь рассмотрит дело своего народа. Тогда придут месть и воздаяние, ибо я отомщу за свой народ. Подобным образом он совершит суд над народами, и наполнит поле битвы трупами. Тылим 10:6 Стих. Тогда народы спросят, где их Бог. Комментарий. Когда народы спросят, где Бог Израиля, я спасу их ради славы моего имени и отомщу их врагам. Раньше я был готов истребить Израиль чтобы его память исчезла из человечества. Дварим 32.26. Но если бы их враги не гневались и не хвастались, наша сила превосходнее. Там же стих 27. Но теперь, однако, когда бедность и страдания Израиля так велики, что их покинула сила, и народы говорят, наша сила превосходнее, и где их Бог? Я отомщу им, чтобы мое имя, которое они оскверняют, могло быть освящено. Сифри Азину 372 комментирует стих Дворим 32-37. Тогда он спросит, где их Бог. Раби Иуда приписывает вопрос Израилю. Раби Нехемия приписывает его народам. Раби Нехемия говорит. Тит, сын жены Веспасиана, вошел в святое святых и распорол завесу мечом. Он сказал, если он Бог, пусть он придет и возразит. Конец цитаты. Цитата. «Кто ел жир их жертв?» Дворим 32-38. Комментарий. Тит сказал, «Муше сбил их с пути, говоря, «Постройте себе жертвенник, приносите на нем жертвы и возливайте вино. Пусть они встанут и помогут вам. Пусть они станут вашим защитником». Там же Бог прощает все, но за Хилул Хашем он наказывает немедленно, то есть как только приходит время мести. Конец цитаты. Раби Нихемия имеет в виду, что когда народы унижают Израиль и дерзко вопрошают, где их Бог, они тем самым совершают хилул-ашем. Это приводит к избавлению Израиля, хотя он того и не заслуживает. Рамбам говорит, тогда он спросит, где их Бог. Комментарий. Враг спросит, где Бог Израиля, как в стихе. Почему народы должны спрашивать, где их Бог? Ты Илим 115.2. Конец цитаты. Изгнание – это кульминация и суть Хилул Гошем. Нет более жестокого унижения, поражения, отступления и позора. Это самый действенный способ убедить народы, что Бог ослаб и вовсе не существует. Изгнание является прямой противоположностью Кидуш Ашем, оно оспаривает само существование мира. Да, устранение изгнания – это кидуш Ашем, важнейшая заповедь для всего Израиля. Итак, теперь нам становится ясно подлинное значение изгнания и вытекающего из него хилул Ашем в национальных масштабах. Но главное то, что теперь мы можем осознать причину воссоздания еврейского государства в наши дни. Цитата. «Я делаю это не для тебя, о дом Израиля, но для своего святого имени, которое ты осквернил среди народов». Ехескель 36.22 Государство Израиль возникло не потому, что наш народ этого заслужил. Подавляющее большинство евреев в духовном отношении остались такими же, какими были до этого, если не хуже. Лидеры народа и государства даже не задумываются о раскаянии. Это убежденные еретики и бунтари против Бога. Однако это ничего не меняет, поскольку государство создано не в награду за праведность Израиля. Изгнание и все, что с ним связано, унижение, поражение и преследование, питание остатками с чужих столов, неисчислимые кровавые междуусобицы внутри нашего народа, все это составляет Хилул Ашем. Богохульное глумление над Ашем, Богом Израиля, за его слабость и неспособность в кавычках помочь своему народу. Следовательно, еврейское государство со всеми его атрибутами – возвращение в Сион, собирание изгнания, обретение еврейской родины еврейское большинство, суверенитет, армия, воздаяние врагам Израиля, триумф Бога на поле брани. Все это представляет собой прямую противоположность. Кидуш Ашем. Вот доказательство. Вот еще одно подтверждение бытия Бога, Его владычества. Божественного промысла над всей Вселенной и всеми творениями. Цитата. Ибо я возьму вас из всех народов, соберу вас из всех стран и приведу вас обратно в вашу собственную землю. Ехескель 36-24. Где их Бог? Вот он в полной славе и величии. Вот он в возвращении изгнанного народа с четырех концов света. В возрождении военной мощи Израиля, так шокировавший мир в его доблестных и блестящих победах. Вот он, Кедуш Хашем, освящение имени Всевышнего. Я освящусь через вас, Ехескель 36, 23. Освещая и возвышая еврейский народ, Бог освещает и возвышает собственное имя. Вот подлинная причина появления еврейского государства. Это кидуш Ашем. Это начало полного избавления. Государство Израиль ⁇ это начало Божьего гнева на народы, не знающие его, насмехающиеся над ним, оскверняющие его имя. Ясно, что когда избавление основано на таких стихах, как Ехескель 36-22, Я делаю это не ради тебя, О дом Израиля. И Ехескель 36, 32. «Не ради тебя я делаю это, — говорит Господь Бог. Знай это. Будь пристыжен и смущен за свои пути, о дом Израиля. Верховный царь царей приложит к нему трагедии и страдания». Всякий, кто думает, что Бог отказывается от своих слов, Погибнет, Бавакама 50 Алев. Если еврейский народ не вернется к своему небесному Отцу, не примет его ярмо и не возложит на него все свое упование, нам никогда не видать ускоренного избавления. Ешаяху 60 22. славного и великого. Это избавление, призванное осветить Божье имя перед народами. Неблагодарный и неразумный народ, Дворин 32.6, превратил в богохульство. И сделали это именно те, кого Бог намеревался спасти. Если рождение государства как начало избавления служило освящению Божьего имени, то единственный способ перейти к ускоренному избавлению – продолжать совершать кедуш Ашем. Главная задача сегодня – поддерживать кедуш Ашем, уповая на Бога, и одновременно устранять хилул Ашем без страха перед неевреями, перед плотью и кровью. Каждое отступление – Каждая уступка не евреям, каждое нападение на еврея в святой земле, не говоря уже об убийстве, каждое проклятие из уст не еврея, это Хилул Хашем, причем наихудшего вида, поскольку происходит в государстве, созданном как раз для устранения Хилул гашем и теперь, вместо того, чтобы поддерживать киду Шашем, еврейский народ отступает и оскверняет Божье имя. Всякий, кто допускает в Эрцисраэль бунты неевреев, оскверняет и чернит Божье имя. Бог дал нам такую большую территорию, чтобы начать избавление и осветить Его имя блестящими победами. И если кто-то отдает эти территории народам, он богохульствует и оскверняет Божье имя. Всякий, кто не разрешает евреям жить в любой точке Эрц-Исраэль, кто связывает им руки, кто запрещает им мстить народам, проклинающим Бога и Его Машиаха, тот оскверняет и Божье имя и великие чудеса, и саму еврейскую мечту об избавлении. Всякий, кто видит возрождение Эрцисраэль и еврейского государства и понимает, что ему ничего не стоит переехать в святую землю, но знает, что Бог начал последнюю главу мировой истории, приближающейся к своему шестому тысячелетию, и готовится осветить свое поруганное народами имя, вернув Израиль в свою землю и стереть изгнание. Символ Хилул Ашем. Всякий, кто это понимает, но при этом остается среди народов и их скверны, презирая Эрец Исраэль, тот оскверняет Божье имя и его любимую землю. А тот, кто остается в изгнании из страха перед народами, либо из сомнений в своем будущем, демонстрирует полное отсутствие веры в Бога Израиля, Всемогущего Царя Царей. Это величайший Хилул Ашем, граничащий с атеизмом. Как бы то ни было. Все попытки избежать миссии, возложенной на нас Богом, обречены на неудачу. Книга открыта. Рука уже взяла перо и начала записывать последнюю главу мировой истории. Избавление близко, как никогда, и громовой голос вопрошает «Ускоренно!» Или в свое время.